Всем привет, это Кочмар, и я продолжаю прохождение Lost Planet 2. Вчера прошел, первую миссию, что ли. Тут как-то миссии по-странному разбиты, то есть тут есть главы, и в главах еще миссии, поэтому... Ну, это пока первая глава, и, по-моему, вторая миссия, вот. Вчера прошел первую. При запуске... игры и загрузки данных у меня произошел, короче, вылет из игры. Что это было, я так и не понял. Я тоже, как и вчера, там в лаунчере стоит две кнопки: играть версию для DirectX 9 и играть версию для DirectX 11. Ну, я, как и вчера, выбрал играть версию для DirectX 11. И у меня произошел вылет. После того, как игра загрузила данные по сейву, где я вчера остановился. Я опять запустил лаунчер. Только выбрал в этот раз загрузить версию для DirectX 9. И... о чудо! Игра не крашнулась, игра не вылетела. То есть, версия для DirectX 11 глючит. Вот такие дела. Так, надо глянуть настройки, потому что иногда в играх настройки сбрасываются, я заметил. Ставишь одни, а не другие. Да, опять настройки сбросились. Подсказывает же мне интуиция. Качество отрисовки высокое стоит. Так я и знал. Гарца такой. Может быть, это из-за того, что я играю уже другую версию для DirectX 9. Кто его знает. Так, размытие движения. Ну, да нет, наверное. Зачем мне оно? Так, подтвердить. Сохранить. Так. Опять, блядь, высокая, сука! Подтвердить! Что за хуета? Да. Ну вот, наконец-то. Так, чувствительность такая же. Окей. Фух, ну ладно, погнали дальше. Thank you.
не гранатомет охота и снайперка классная. Вот дилемма. Ну, блин, гранатомет хорош против боссов. Но, блин, снайперка иногда дальние противники так достают, что, блин, ну, в общем, у меня дилемма.
Говорится, налево пойдешь, направо пойдешь, куда мне идти, не знаю. Вы почти добрались до резервуара. Я послал туда подкрепление, найдите их. Ищите подкрепление, которое я к вам направил. Ё-моё, вот это босс!
устал я уже мочить этого босса, капец. Если это босс только на втором уровне, какие там будут боссы в коне, под конец уже игры, жесть. Я уже устал его мочить. Блять, лучше бы я гранатомет взял, а не снайперку. Это жесть. Как же я его долго мочил, этого босса. Один выстрел с гранатомета, все.
Где-то здесь должен быть ход. Чтобы туда пройти, вам придется активировать посты данных. Мы будем ждать вас прямо за воротами. Подключи тут, конечно, цвета, вот я вот двигаю камеры, и все так заливается белым светом, конечно, подглючивает. Пойму я, что это за уровень карьеры, что он дает. Я что-то полазил в настройках, ничего это не нашел. Статов никаких нет, перков никаких нет. Что он, ну уровень 9, что? Хвастаться типа друзьям, у меня перс 9 уровня, хе-хе-хе. Да, непонятно. Так, следующая глава, да. Следующая глава. Сейчас сделаю перерывчик на ВКонтакт. Буквально на минутку-две. Мы не можем установить связь с основными силами, так что придется завершать операцию самостоятельно. То есть работать с вами заодно, парни. Это паршиво, но все же лучше, чем совсем в одиночку. Вход на их базу находится вон там. Активируйте все посты данных, какие вам попадутся по пути, чтобы основные силы получили координаты. Ясно? Нам нужно пройти за ворота. Активируйте посты данных.
Yeah.
Я проанализировал разведданные по противнику. Уничтожьте их всех до единого. Переход, ждущий отключение пилота. Заявить, пацаны. Я полный.
отравлять. Перевод в будущее решение. Чует моя жопа, будет тут сейчас мега битва с боссом. Блять, моя жопа меня не подвела, сука, хорошо, что у меня гранатомет.
Я не верю своим глазам, я его замочил. Ебать, как же было сложно. Ну что, есть что-нибудь? Это то же сообщение, что и у нас. Погоди, я думал, что они группа эвакуации. Что-то не похоже. Рад, что хоть кто-то еще жив. Мне нужна наводка на место, чтобы вас забрать. Будем надеяться, что с эвакуацией все выгорит. Пошли! Я уж боялся, что от старости тут помогу. Ты чего так долго? Что значит долго? Мне до базы оставалось рукой подать, когда появился сигнал о крейде категории G. Черт, вам повезло, что я вас вообще нашел. Погоди-ка, так ты не из группы эвакуации? Черт, так вас тоже подставили, да? Ты это о чем вообще? Вот, послушайте это. Я постараюсь забрать за раз как можно больше народу. Собирайтесь все на месте встречи, и мы постараемся вас вытащить. Кто послал это сообщение? Группы, которая его отправила, нет ни в одном списке. Кроме того, нет никаких упоминаний о спасательной команде. Вся эта история чистой воды подстава. Все отряды, направленные на рудник, уничтожены. Но зачем кому-то такое делать? Без понятия. Нас слишком много. С таким количеством разного народа всяческие терки неизбежны. Да, но я не знаю никого из снежных пиратов, кто был бы на такое способен. А крит категории G чертовски неплохо тут порезвился. Температура резко падает. Очень скоро тут начнется сущий ад. Не понимаю. Зачем кому-то уничтожать снежных пиратов? Разве что кто-то на них здорово зол. Вот информация по вашему заданию. Вам нужно забрать сведения о машине, которую сооружают саквояжники. Они держат это в тайне от Невек, и мы хотим выяснить, в чем там дело. Мне казалось, они работают на нас. Не совсем. За последние годы мы позволили им изготовить кое-какую технику и оружие по нашим технологиям. Вам предстоит иметь дело с саквояжниками. До сих пор мы смотрели сквозь пальцы на многое из того, чем они занимались. Но сейчас дела зашли слишком далеко. Наверху этого больше терпеть не намерены. Поэтому вы и получили такое задание. Все ясно. Готов к отделению. Все за мной. У нас впереди циклопы. Поверить не могу, что они до сих пор их используют.
Вражеская устранены. Удачи вам, первый десантный. Обойдемся без ваших пожеланий. При чем тут это? На счету вашей группы множество успешно выполненных заданий. Мы все гордимся вами. Ага. Так гордитесь, что никто не думает присылать новых бойцов на смену погибшим. Для Невек мы просто расходный материал. Мы можем после выхода на позиции использовать огнестрельное оружие? Да. В Централ-Сити случилось что-то вроде восстания. Часть города захвачена бунтовщиками. Я не понял, кто это? За последние дни там кто было были снежные пираты, а это кто? Выстрелов никто и не заметит. К высадке прикольно, готовы. Что они плавают на каких-то потискавах, подобных лодках. Вас понял. Неужели я смогу сейчас управлять типа потискавом? По нашим данным, в этом районе могут будет встречаться прикольно. Неподконтрольные отряды Невек. Вот уже 9 лет, как мы их заменили. Но они все никак не успокоятся. Какие-то военные, которые заменяют Невек. Такую мощную организацию первой части военной. Которая была очень футуристичное оружие и мехи. Ох, у него и шлем у чела. Так понял, они что-то типа морских котиков. Типа такой спецназ подводный. Морской, точнее. Задание должно быть выполнено любой ценой. Вперед! Мы присмотрим за вами через спутник наблюдения. Вперед! В последнее время ситуация в секторе слегка осложнилась. Вам позволено применять силу, но... Берегитесь прожекторов. Хоть у них и примитивная технология, но она не совсем бесполезна.
Активируйте все обнаруженные посты данных, чтобы я мог отслеживать ситуацию. Блять, как напрягает эта коридорность и короткие уровни. Капец, эту игру делали в 2011 году. Это жесть. Буквально 5 метров прохожу, все, конец уровня. Упираюсь в стену и должен ждать, пока загрузится следующий уровень. Ну зачем так игры делают в 2011 году? Вообще такое ощущение, что эту игру делали для Sony PlayStation 1. Не Sony PlayStation 4 там, или 3, а даже для первой, потому что... У первой Соньки была такая маленькая оперативная память, что там надо было делать буквально очень короткие уровни, и чтобы после каждого уровня была подзагрузка. Ну блин, уже современный мир, современные приставки, которые могут в оперативной памяти держать большие данные. Зачем делать такие короткие уровни? Я не понимаю. Осторожней сигнализации, если хотите выбраться оттуда жить. Уже наш.
управления! Держите ухо востро. Обитатели трущоб готовы стереть весь город с лица. Thank you.
Сити проще всего сверху. Давайте, шевелитесь! Доберитесь до следующей зоны, и я укажу вам ваши цели. Область, загрузочная станция для отправки людей и снаряжения в Централ-Сити. Проберитесь в город, захватив поезд, который туда направляется. В этой зоне имеется всего один пост управления. Отыщите и активируйте его как можно скорее. Как только вы его активируете, вы сможете взять поезд под свой контроль.
этого достаточно. Направляйтесь в Централ Сити. Ну все, я думаю, я на этом закончу пока. Дошел до второй сюжетки. Я так понял, тут в этой игре 5 сюжеток. И в этой игре можно будет поиграть за 5 разных классов пехотинцев. Хоть у них оружие у всех одинаковое. Стандартный автомат, там базука, снайперка, дробовик. Но... Ну и прием вот этот, что можно типа каким-то тепловой каркет открывать вот эти контейнеры. Но вид у них отличается, и сюжетки у них немного отличаются. Вот. Вначале мы играли за снежного пирата. Вон, видно значок. Вот он внизу. Дошел я до 12 уровня. Тут горит одна лампочка. Тут у всех, я вижу, по две лампочки. Одна горит. Значит, возможно... за пирата еще ждет вторая сюжетная линия, возможно. Сейчас мы играем за пехотинца организации Невек. Хотя в начале этого же, миссии говорили, когда на подобной лодке плыли, они говорили, что они типа не Невек, но они заменяют Невек. В общем, что-то странное, какой-то бред. Они не Невек, но они заменяют Невек. И написано тут Невек. Понятно. И по виду они не похожи на Невек, потому что в первой части у солдат Невек были другие костюмы. Вот. И вижу тут еще 3 значка, то есть еще возможно можно будет поиграть за 3 разных пехотинцев с разными сюжетными линиями. Вот даже не знаю, кто это. Тут какой-то противогаз и 2 сабли. Чем-то похоже на веселого Роджера, на пиратов. Возможно, это еще какие-то пираты. Если это снежный пират, это, возможно, какие-то будут еще другие пираты. Тут что-то похоже на шестеренку или снежинку. Не знаю, что это за будет за организация. Это похоже на, на сердце, на волну. Сердце из воды. В общем, тоже непонятно, что это будет. Но, в общем, будущее покажет. Пока играть, ну, не очень интересно. Я понимаю критику тех людей, которые говорят, что вторая часть хуже первой. Да, хоть вторая часть вышла несколькими годами позже первой. И тут получше графон, но видно, что игру делали без души. Вот просто, вот как будто перед программистами поставили задачу сделать вторую часть. Вот просто вот взять и сделать. Вот нет никаких идей. Нет никакого нормального сюжета. Вот просто вот надо сделать вторую часть. Вот пацаны, вот сделать вторую часть. И они взяли и сделали. Вот просто не подумали хорошо над сюжетом. Не подумали хорошо над героями. Не вложили часть своей души. Они просто тупо склепали какую-то подделку. Потому что владельцы компании требовали. Игроки требовали. Они просто взяли...
по-быстрому, наспех, без вложения души, скоротили что-то, назвали Lost Planet 2, и все, вот, пацаны, играйте, берите. Тут есть куча персонажей, есть возможность играть онлайн друг с другом, перестрелки. А то, что это все говно, что компания, что совместное прохождение, что онлайн-перестрелки, то, что это без души, неинтересно, пофигу. Лишь бы была вторая часть. Вот такое мое мнение насчет второй части. Да, действительно. Несмотря на то, что графон лучше, чем у первой части, сюжет вообще ни о чем. Просто ни о чем. Как будто над сюжетом никто и не думал. Куча персонажей. Зачем? Ну, сделали бы игру за какого-то одного персонажа. Например, или за Снежного Пирата, или за Солдата Невека. Ну, за кого-то одного. Зачем плодить кучу персонажей? У каждого какая-то сюжетная линия своя. Что за бред? В общем, да. Ну а за всем все. Спасибо всем за внимание.